Развлечения и хобби здесь соединились с азартом и состязанием. Спортивная рыбалка привлекает в свои ряды все больше участников и зрителей. Уже не один десяток лет Одинцовская территориальная организация профсоюза жизнеобеспечения проводит такие необычные соревнования. Все сегодня встали рано, приехали к 6 утра сюда. Вот, и это самое, с погодой повезло нам. Поэтому, как говорится, надеемся, что все с хорошим настроением отсюда уедут. Лучший клев ранним летним утром, хотя заядлым рыбакам ни погода, ни сезона, ни помеха. На пруды в деревне Новоселки Нарофоминского округа приехали 96 человек. Среди них и представители электро- и теплоснабжающих компаний Одинцовского округа, поставщики коммунальных услуг. Все уловы тщательно взвешивались. Сколько? 6800. Для многих участников эта процедура проходит не в первый раз. Приезжают ежегодно целыми семьями. Обучают рыбному мастерству детей. Итоги подвели по разным номинациям. В номинации «Самая первая рыбка» победил Колоколкин Данила из Левтека. Он это самое, как пришел, забросил удочку, и сразу у него попалась рыбка. Самая маленькая рыбка досталась Звереву Денису из Левтека тоже. Самую крупную рыбу поймал из электросети Дорофеев Дмитрий. 3 килограмма сом. Выделили и самого молодого рыбака, и самую опытную рыбачку. Всего за время проведения соревнований поймали 61 килограмм рыбы. Весь улов остался в подарок участникам. А победители были награждены кубками, грамотами и благодарственными письмами. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».